на Кай, Кристор. Всего тебе хорошего. Дайонис. Я тебе на мишку написал. Да, можешь кикать вообще. А чё не летаете через портал на первую кату? На грудь? Каждый день дорога. Прямо рядышком. Светом. Почему? Да ладно, без него закроем, что такого? Я и троих затанчу. Да я бы походил на самом деле, надел бы ты пятый. О, это каждник очень хороший, ты пятый. Вот эта лужа сильно помогает. Не, у меня фул Т4 апнутые. Это тоже неплохо. Да, да, нет, я с ними хожу. Да везде. Я вот посмотрел, везде, где надо резисты. Это ты берешь бисовых типов, которые все убивают. А я беру среднюю гильдию, которая там закрывает все, но со скрипом. И вот там лужа имба. Там все равно есть момент. Она же недолго висит. Там есть моменты, когда вы стоите дамажите. Плюс вот, допустим, перебежка на второй фазе, на третью. Там тоже очень много проседает рейд, а так лужу кинул, резисты, плюс хп реген. У меня тут только тренинг дерьмо, а более-менее все нормально. Я этим танком уже из СО катанчу, еле ча. Я в ДВ уже все время танчу. Итак. Алрею стерею. Какому нахрен Алрею?
пулю. Тут, понимаешь, взаимовыгода. Дня ГДК. Это городской дворец культуры. На пульте в меня крест. Надежды мало. По тем частям, в принципе, по франшизам. Я о чем говорю, франшиза всегда хуже. Такой справедливый. Ну отведи крыль. Феникс рубили, еще надо было. Танк. Супер. Не, на самом деле, очень много смысла в матрице, если так смотреть. Ну, мне больше всего понравилось. Что-то понравилось. Агенты за ним выехали уже. Уже как бы момент. Ему понравилось. Мне нравится момент, там где Тринити прыгает из одного дома и стреляет на ходу. Самый охуенный момент — это где он на вертолете там поднимается и с пулемета ебашит. Вот это охуенно. Поехали, понимаю. Ты, папа, когда в меня влетел. Два.
хочу. А сейчас, Форд против Феррари. Вот ты спрашивал. Очень неплохой фильм. А это вот-вот сейчас снимают. Только диспальте страх с танков. По танкам страшно. Куда вы в Телоран бежите с ним? Рибафнуть, пожалуйста. Кого сумануть-то? Все, он тут, гоу, фул, кстати, алло. Каску по шаманам дать, просто каску и лапку. Фу! Да не успокойся, будут твои стаки, что ты не знаешь. Кстати, каски нет на ДК, все ДК без касок. Каски дайте, пожалуйста, раздайте каску. Кто-то точечно дает каски, и мне так и не дал. Шаманам тоже так и не дали каски. Ну ладно, что делать. А где моя истерия? Я недоумеваю. Давай. 5 секунд. Давай. И сейчас будет стан. Ну да. Разумно. Это 4. Заеби, засумонили. А, тогда ок. Там вроде Геру просили. Попутку вызывай. Фрик это урод. Ну, ты чтобы урод. Это одно из значений. Нет, Фрик это, ну, странный, ёбнутый, да? Странный, да, вообще просто странный. По-человечески, по-мужски. Ну, вообще, это еще имеет значение как извращенца. Извращенец. Да, и это тоже. Это входит в понятие странный. Кажется, странно это и есть. Да.
Т4, да. Помахло. Кубы. Какой дракон? А, меня другое послышалось. Фон. Есть такое словечко, созвучное. Дракон неверный? Скверно? И верно. Верно. Скверно? Коррупшн. Аркинон Порос. Уже плюсовали. А мне не нужен плюс 5 скролл. Если надо, становись. Ты не читал? Я же там плюсовал. Так... Но она хотя бы не шибает.
А мы со всех. Звезду в самую жопу за собой. Можем поменяться. Да ладно, все хорошо, забей. А кто это не хотел на кубе стоять? Шторм Сингер, да? Да, потому что он рад. Давай поменяемся, я постою, ты побей босс, если так хочешь. Не проблем? Просто пойми правильно, очень редко дается возможность подыпать. А, давай, скоро приду. Пуляйте пока. Касочку, касочку, да, касочку. Так быстро просто убили. Там големы не вышли. Элрей, скажешь, когда кидать? Да кидай на кого-то другого, я ж на метке. А, ты не дамажишь? На вагу кидай. Не, я дамажу, но я пойду сейчас. Да, на вагу. Это вопрос, сколько вага даст дэмэджа. Правильный ответ — весь. Все. Ага.
Только не снова! Это ж надо до конца додержать. Увеличенный урон по боссу идет, держу в курсе. Ну, это все знают, но никто этого не жмет до конца. Просто просиливать да. Надо, здесь скиллы хорошие, а в Пугарейде тебя хуй кто просилит. БЛ дать, нет? Говорят, скоро звезда упадет. Эх, у нас луна умерла. Да вы успеете добить, скорее всего. Но меня резнули, если что, я стану. Там брил бы стал. А что, есть портал возможность поставить? Возможно. Резист. Есть возможность. Че там, чей? Подожди, чей 3D? ДКшный? Оу, 7. Вишенка ням, это чей твин? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Да. Платный поезд, король, да. Грудак, если можно. А, ДДшный. Никому ничего не надо там. Не, крепость. О, это Гоча. Рядом с тобой стою.